Психологи советуют, что помимо того, чтобы радовать своего внутреннего ребенка, также нужно периодически радовать своего внутреннего алкаша. Да. Винный клуб под Лизаветы Порфирьевны Пьянти представляет под Лизавету Пьянти и ее глубокие погреба с вином и мыслями. Великолепная шабля 4-6, мерлов эбло, фрапе в жопе, клико в горло. Oui. Уважаемые членши нашего клуба, членки, нет, как их, членодерки, членодырки, сейчас, эти феминитивы. Сегодня мы сбросим оковы обыденного восприятия действительности уже к полудню. Будьте, пожалуйста, бдительны. К нашему винному дегустационному сету будет добавлено пикантное сопровождение. Комплимент от нашего шеф-порева. Виброотомленная пробочка под карамелизированной подушечкой на основе вазелинчика. Авторский лайффак. Перво-наперво мы с вами должны освоить винную композицию «Глушим, дышим». Такая композиция особенно подходит для корпоративов. Показываю один раз. Глушим, дышим. Глушим, дышим. Глушим, пляшем. Одновременно дышим, глушим, кюрим. Дышим, пляшем, одновременно глушим, кюрим. Глушим, кюрим. Дышим, пляшем, кюрим, пляшем, дышим, глушим. Виртуознее кюрим, дышим, глушим, кюрим, глушим. Пробуем, пожалуйста. Так, стоп, музыка. И посмотрите, как Олечка красиво растянулась на паркете. Все потому, что в ее винной композиции три раза было пропущено «дышим». Вместо этого она заменила на «кюрим» и на «глушим», чем, конечно, и подкосила себя. И вот смотрите, как красиво начинает раскрываться ее «Шато Манто». Наши представления об Олечке, они тоже начинают раскрываться. Эффект «фифа-ля ночи», «фифа-ля фиеста» достигнут. Пусть отдыхает, а мы ползем дальше. Сейчас мы сможем от начала и до конца проследить процесс ферментации вина. В этом мне поможет мой ассистент Рудольф. Спокойно, девочки, спокойно. Рудольф, пожалуйста, ферментируйте. Спасибо, Рудольф, можете вытаскивать. Достаточно. После ферментации вино получает такой насыщенный ферментированный вкус Рудольфа с нотками итальянского бриза. Поблагодарим Рудольфа. Что? Поняла вас, да. Девочки, кого заинтересовал присутствующий здесь мужчина, он может присунуть. Так, после заседания клуба. Все, Рудольф, идите отсюда, идите. Вы стринги забыли. Блять, Люда, какая минералка? Дома будешь минералку пить при муже. Руки, руки есть сзади, вяжите. Лариса, заливай ей графин полусладкого крымского. Так, снимайте все это на видео, снимайте. Так, Лида, слабонервная, новенькая, ну что ты испугалась? Ну что ты плачешь? Ну а что она домой придет, мужу скажет, что она сама, что ли, накидалась? Собственноручно. Девочки, вы не волнуйтесь, мы для каждой подготовим алиби, доказательства, официальный повод. Все мы тут падчерицы Дионисы. Моя хорошая, что случилось? Вино разбавленное? Конечно, разбавлено, конечно. Щепоткой печали, горстью сожалений, морем упущенных возможностей. А мы уже в той кондиции, когда смысл в бокале он потерян. Поэтому вот берем вот эту бутылочку, да, вот так аккуратненько так берем, так присасываемся к ней. Так. Сосем, да? Сейчас кто будет плохо сосать, тот будет пересасывать.